Вторая группа, подтягивайтесь.
станции. Обкурили все мерзавцы. Видели, как нет? Вы на митинг пришли? Да, я был на митинг. Вот. А вещи творится. Что у него сказать? Я не сказать никому. Вот я с ними разговаривал, так? Вот с этими друзьями. Вот. Мы за демократию, я за демократию. Вот, вот вам вся демократия. Вот так. Спасибо. Кому же? Но вы здесь не мы же. Вы же от Москвы вот поставлены, что... смотри, как вы? Нет, это неправильно. А это правильно. Я поставлю, у меня функции свои. Нет, правильно. Но соблюдение функции... федерального законодательства. Совершенно верно. Правильно. Вот. Почему надо обязательно столкнуть? 7 дней в неделю, один в субботу, мы 6 дней вы проводите. Пожалуйста. Вот видите, не смотрите, вот глаз народа. Вас вместе с этой властью. Не сторонним инспектором за нами, за ними, а вместе. Это же так получается. Это вы какая программа? Шабаев Геннадий Анатольевич, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан. Один из членов Координационного совета объединенной оппозиции Республики Башкортостан. Первый вопрос. Почему митинг оппозиции не состоялся, хотя он был заявлен? Буквально вчера вечером мы получили точную информацию о том, что организовывается провокационный митинг властями с тем, чтобы в то же самое время, в том же самом месте, с тем, чтобы привести к столкновению в результате. И мы приняли решение, чтобы не допустить никаких эксцессов, не подставлять своих людей. Мы прекрасно понимаем, что если что-то произошло, то всех собак бы повесили именно на нас, обвинили бы во всех смертных грехах именно оппозицию. Мы приняли решение митинг свой отменить. Ну и, в общем-то, сегодняшние события, вот сегодняшнее проходящее здесь мероприятие с участием камуфлированных молодцов, значит, показывает, что мы оказались правы. Вообще, как вот лично ваше отношение к происходящему? Это что такое? Говорили очень много, что в Башкирии ожидается там новый вариант оранжевой революции. Это такой новый вариант, я не знаю, какая, сине-черной революции предложили. Ну, на мой взгляд, это уже очень некрасивая игра со стороны властей, которая обвиняет оппозицию в разжигании межнациональных каких-то проблем, а на деле сама способствует разжиганию этих межнациональных конфликтов и напряженности межнациональных. Потому что вот то, что они сегодня сделали, то есть привезли ребят из Урали, привезли ребят из других городов республики на автобусах, конечно, не способствует установлению нормальных человеческих дружеских отношений между гражданами республики. Здесь много, они сейчас не поймут, потому что Дубовского нет этого, как его. А где он? Их забрали 10 часов. Сегодня? Да. Да-да. Это не дурнее, я перед политиком. Пусть не здравствуйте. Позор обокрал он набор, всех обокрал пенсионеры. Позор, молодежь, позор вам! Всем позор, всем позор! Позор, позор Рахимову! Вообще ничего не имеем. Пенсионеру 2000, вот ничего не можем купить. И на хлеб не хватает. Это бессовестно. Он пусть пройдет в магазин и посмотрит, что в магазинах. Он ни раз не был. Он меня обманул, говорит, по 35 рублей он мясо покупает. Уже мясо продавали, я ему звонил везде, нигде не было такого мяса.
Наверное, ты один. Он обманул. Мое мясо уже было 70. Ты еще выступай. Пускай он тоже не выступает. Да, выступает. Не выступай, ладно? Все так, нет. Потом мне жить. Ну, все, я устрою сам себе. Все. Так, что вы ставите? Буду жить. Я сам башкир Гафуринского района. Специальный член. Дураки, думать надо сперва. Все, мы жить будем. Не вы умрете, мы останемся. По 100 рублей мясо. Мы уже не выступаем. 200 рублей, а вы защищаете. Вот не надо врать. Ты жить не будешь все равно. А вы много человек не умеете представить? Нет, конечно. Я с вами шестерых. Если бы они... Снимайте и посылайте в Москву. Пусть Россия смотрит, что творится в Башкирии. Что строит Рахима у нас здесь. Господин, он боится! Боится заходить. Поехал куда-то. В район поехал он. Что собирать, да, приехали? Народ тратит, народ. Сейчас ленту даже не видит. Его приглашают, значит, вот, мол, режет здесь ленту. Да до чего дошел, блин. Да. А почему не получилось у вас провести митинг? Скажите. А потому что, вот видишь тут? Да. Он что делает? Давайте. Рахимов собрал вот всю банду. Съездимся. Просто их вещей не понимаешь. Колонны, повернитесь, пожалуйста. Сейчас мы ресторан собираем. У меня остается питаться под 40 рублей в день. Вот вы представьте, разве я могу за 40 рублей в день, когда мясо 300-400 рублей килограмм? Не заткни свою пасть! А что ты в Башкирии сам живешь? Ты смотри какой, заткни свою пасть! Ты же будущий... Дураки вы, ну умоляю! Вы, девочка, там встанет! Убери его! Займи его, такой картины видели? Это позорный грязь! Пенсионеры, нам нужна достойная пенсия, достойная жизнь, чтобы наши пенсионеры по помойкам не ходили, не общались где-то. Что нам дают подачки? Рахимов обещал надбавки пенсии, значит, у нас 65 рублей льготы. Теперь в Москве минимальная пенсия 2500, но ведь там да, продукты не дешевле, чем у нас. У нас сейчас яйца 30 рублей. Нет, да, вот именно, яйца 30 рублей. Все настолько стало дорого, да, до невозможности. А у нас минимальная пенсия 900 рублей. Как на эти деньги жить? Минимум не дают. Да, вот именно. И теперь они говорят, вот я по телевидению кругом говорят, у нас очень богатая Башкирия, да, регион богатый. Почему Москва находит, Лужков находит, значит, средства доплачивать работам, дотации. У нас ничего нет. Такой большой нефтяной Башкирии никаких доплат, никаких льгот, ничего нет. Как жить? Как людям жить? Вот
Давай, поднимайте голову. Давай, поднимайте голову, фотографировать будем. Давай, пускай фотографируем. Товарищи уфимцы, сегодня избили героя Советского Союза, редактора вечерней газеты «Вечерняя Уфа». Человеку были нанесены телесные повреждения. И человек, который избил, молодой человек, ухарем выступавший, бежавший, значит, избивал руками, да, этого ветерана войны, значит, его запрятали, он спрятал голову свою, без документов фактически. Может быть, кто угодно, он может назваться Ивановым, Петровым, Сидором, Хабибулиным, Рахимовым там или кем угодно. Мы требовали, чтобы он показал свое лицо. Милиция этого не допустила. 20 милиционеров, крупных чиновников, встали с одной стороны, давай, только с одной стороны. И не допустили того, чтобы мы увидели лицо. Мы не видели ни документов, ни лица этого парня. Фактически от нас скрыли этого бандита, который перед победой, перед 60-летием избил участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, который защищал его жизнь, нашу здесь, отстаивал свободу, да? И посмотрите, что сделали. Мы требовали, но мы ничего не смогли сделать. Следователи, которые были, да, прятали свое лицо. Машина А-06-19 УАЗ. Знаете, вот надо это все, кто там проводит следствие, чтобы это преступление не было скрыто, понимаете, так, чтобы показали в газетах было, фотографию этого преступника, чтобы вся Башкирия знала, как избили героя Советского Союза на глазах вот здесь вот. Люди пришли высказать свое слово, право, согласие, несогласие. Посмотрите, что организовали. Посмотрите, двух женщин избили. Героя Советского избили. Мы вынуждены уйти отсюда, чтобы снова в нормальной обстановке высказать свое мнение. Здесь говорят, вот дружба, мир, единство. Где оно, мир, дружба, это единство? Выступает за то, чтобы только здесь, вот я говорю, кто против, снова, чтобы избить, напасть и не дать сказать никакого слова. Нет никакой демократии, зажим сплошной. А рахимовские клоны натравили. Рахимовские клоны натравили его. Так позор Рахимову. Позор Рахимову. Так, позор, пожилыми людьми. Позор. Я плачу прямо. Давайте мы распишем. Что будем расписывать?